Несколько дней Даша не находила себе места, потом затихла, будто потускнела. По вечерам рано уходила в свою комнату, писала письма Ивану Ильичу, упаковывала, зашивала в холст посылки. Когда Екатерина Дмитриевна заговаривала с ней о Телегине, Даша обычно молчала. Вечерние прогулки она бросила, сидела больше с Катей, шила, читала. Казалось, как можно глубже нужно было загнать в себя все чувства, покрыться будничной, неуязвимой кожей. Екатерина Дмитриевна, хотя и совсем оправилась за лето, но так же, как и Даша, точно погасла. Часто сестры говорили о том, что на них, да и на каждого теперь человека, легла, как жернов, тяжесть. Тяжело просыпаться, тяжело ходить, тяжело думать, встречаться с людьми. Не дождешься, когда можно лечь в постель, и ложишься измученная. Одна радость — заснуть, забыться. Вот Жилкины вчера позвали гостей на новое варенье. А за чаем приносят газету. В списках убитых брат Жилкина. Погиб на поле славы. Хозяева ушли в дом. Гости посидели на балконе в сумерках и разошлись молча. И так повсюду. Жить стало дорого. Впереди неясно, уныло. Варшаву отдали. Брест-Литовск взорван и пал. Всюду шпионов ловят. На реке Химки во враге завелись разбойники. Целую неделю никто не ходил в лес. Боялись. Потом стражники выбили их из оврага. Двоих взяли, и третий ушел. Перекинулся, говорят, в Звенигорский уезд. Очищать усадьбы.